Кирове осудили 28-летнего сварщика Артура, который ограбил супермаркет на улице Ульяновской. Молодой человек захотел выпить 3-летнего коньяка, но бутылку ему не продали. Впрочем, сварщик не сдавался и совершил грабеж. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия нарушителя. В супермаркет Артур зашел с бутылкой воды и навеселе. Пьяный молодой человек тут же направился к полке с коньяком, взял 100 граммов. Но на кассе Артуру сообщили неприятную новость. Он получил отказ от продавца в покупке данной продукции, поскольку до 10 часов утра на территории Кировской области продажа алкогольной продукции запрещена. Отказ сварщик вроде бы сначала принял, сходил и вместо коньяка взял безалкогольное пиво. Впрочем, пока он стоял на кассе, вновь схватил бутылку и стал уговаривать продавца дать ему алкоголь в долг. Девушка испугалась харизмы 28-летнего сварщика. Ее напарница также пыталась остановить Артура, но тот сначала подождал, а потом скрылся с места преступления. Ущерб составил 89 рублей 50 копеек. Коньяк в итоге он выпил на работе, а после 10 утра Артур вернулся в магазин с пустой бутылкой, чтобы ее оплатить. Но к этому времени сотрудники магазина уже обратились в полицию. При назначении наказания судом было учтено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, а именно за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В качестве смягчающего обстоятельства признали полное возмещение ущерба магазину, раскаяние в содеянном. В итоге суд назначил Артуру наказание в виде 100 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия.